30 тысяч штрафа плюс 1,5–2 года лишения прав. Президент подписал закон, отменяющий так называемое нулевое промилле, но ужесточающий наказание за езду в пьяном виде. Нововведение призвано обезопасить трезвых водителей в случае, если алкотестер среагирует на кефир или квас. То есть, если в крови будет найдена ничтожно малая доля фонового алкоголя. Но вот тем, чей допустимый уровень, а он теперь составляет 0,16 и более миллиграмма на 1 литр воздуха, будет превышен, сильно не повезет. Если за гражданином это будет замечено не впервые, сумма штрафа составит уже 50 тысяч рублей. Также новый закон предусматривает и административный арест на срок до 15 суток, если пьяный водитель ранее уже был лишен права управления автомобилем.